Привет всем! Сегодня наконец-то мы выбрались в конный клуб Алюр. Вот. Идем кататься на лошадях. Е-ха! Там можно сами выбирать лошадки и на них скакать. Лошадка. Что мы будем еще делать? А что мы с собой, какое угощение еще взяли, Полечка? Морковки! О, шишка упала. Видели? Да, там дятел сидит. Где? Слышь, вон он, вон. Вот, папа, покажи. А у тебя есть зум? Нет, зума нету здесь. Я не вижу. Ну вон он на ветке сидит. Да он шишка там упала, как будто бы дятел упал. Мы будем кормить лошада. Чем? Морковками. И потом мы пойдем. Пойдем в какую-нибудь кашу, кафешку. Ну, покажем, если там будет кафешка или что-нибудь другое. Девушка, а не часто мы входим в кафе? Еще бы найти, как туда дойти. Мы как будто в лесу. Мы первый раз туда идем. Да, нет. Скажет, еще придем еще, скажет, вы кто такие? Морковку давайте сюда. А сами идите отсюда. А вон Алюр. Вообще. Идем. Казачество. На ощупь. Там! Я вижу какую-то конюшню. Ну, там казачество. Поля, тебе нравится русская природа? Да. Красиво, смотри. Сосоньки стоят. Болотенька стоит. Мне нравится китайская больше. Деревища растут. Люди, утка, смотрите, на болоте плавают уточки. Вон, смотрите, уточки. Держи меня, мам. Что такое? Ну, Поля, ну давай я тебя держу. Все. Если я полечу, то я тебя утащу. Ты... Ну, а как там, по бревну? По бревну, ну и вон туда. Ты думаешь, по бревну? Да, все, уже идем. Да, пошли. Но, лошадка. Поля, подожди. Ну, папа, папа, держи. Все, по бревну, по бревне, слышите? О, смотрите. Так, дай я первый. Ты первый, я последний. Поля, ты не идешь, подожди. Я проверяю на прочность. Папа, мы стоим. Папа, сейчас GoPro булькнет в воду. Ну, блин, по идее, можно пройти. Нет, ты до конца ее провожаешь. Во. Так, Полечка, стой. Давай, иди за мной. Это путь, да? Да, это путь небезопасный. Стой. Фу, комары уже наяривают. Папа! Ты не пищи, а, пожалуйста. Я сама еле держусь. Давай, руку. На спине у нее комар. Да, вон, все, молодец. Ой. Стойте, ждите нас. Ну все, пока. Давай. Видел улиток сколько? Ну, так можно их. Смотри, это... Смотри, они так прямо прицепились к этой водоросли. Наступай вот сюда, вот здесь поровнее же. Все, мы сделали это. А тут смотрите, какая тропа. Но она очень заросшая. Она старая. Мне кажется, по ней вообще никто не ходит. Я правда, смотри, покупаю! Да? Чуть маленько это. Я в сторону ушел, смотри. Комары. Прям болото. Вон камыши, смотрите, дети, девочки. Где? Камыши! О, вот они поближе. Коричневые. Вот, вот они, камыши. Вот бы нам сорвать камыши. Мама, а почему она вот так вот как-то? Ей ноги перевязали. Зачем? Ну, чтоб не убегала. Перевязали ноги. Зачем? Она сама бегает. Убегает. Это так ее, типа, как это, да, воспитывает, да, или как? Держит. Воспитательных целей. Ограничивает. А, да. Ну, а я смотрю, за ней все ходят. Слушай, какие лошади здесь, он красивый, да? Темноте. Алюр. Да.
Добро пожаловать. Добро пожаловать. Вот, до 6 часов они работают. У них обед сейчас дадут. У лошадей обед, видишь? Там кормление лошадей. До 2:30. Еще 3 минуты. А вот смотри, какие у них лошади. Я хотела такую. С чубчиком? Да. А ты почему ее выбрала? Потому что она тоже беленькая, как ты. Ты блондиночка, и она блондиночка. А я выберу умная. А куда пойдем? Здравствуйте. Лучше покататься. Да, покататься. Две лошадки. Индивидуальный абонемент. 4 занятия в месяц. 2900. Жучка там. Хата лошадей в манеже. Упадешь. Вероника, у тебя сильно большая. Да, Вероника. У тебя сильно большая. Вот эту, мам. Поменьше давай. Если ты котелок. Выпадешь с лошади, чтобы ты не разбила себе голову. Как зовут лошадь? Светлый. Как? Светлый. Светлый. Вот это ее зовут? Да. А вот это эту как зовет черную? Ой, смотри. А черную как зовут? Это лошая. Как его зовут? Не помню. Нет. Он, видимо, это угощение просит. Мам, мы сейчас угостим его. Давай, хороший. Вот морковочки. Ой, это сразу ожил, смотри. Куда ты? Тяка, мухи жрут, бедняга. Сзади лошадей только не ходите. Смотри, посмотри, он уже не может. Посмотри. Мама! Кто это боится? Это что у них? Выяснение отношений? Давай я отдам. Ну, но аккуратнее. Мне нравится сладкая морковка. А эту как зовут у вас лошадку? Ее зовут Персик. Персик? Нет, ее зовут Роза. Дай сердечко назовем. Вот так, давай. Ну подай ее, он скушает, дай. Только руку не это. Ой. Вот так. Руку не надо, а. Смотри, он как берет аккуратненько. Ты сфотай, как она губами шлепает. А как хрумкает-то сладко, я же сам морковку захотел. Попробуйте морковку. Пока чистил, не хотел. Чего вы раскидываете добром? На, а салфетку вытри. Хрумкалка. Слушай, ну это оказывается взрослый жеребец уже. Да. Вот это. Ну это пони, мне сказали. Да. А? Он взрослый, представляешь? Что? Я думала, это маленький. Давайте... Еще просит. Как он хрумкает, это вообще смачно. Это же лошадь. Ты будешь кормить? Я смотрю на вас. Снизу вот так вот подноси. Хорошенький. Полин, тебе нравится это делать? Полина? Да. Я ее вот такой вот щеточкой чешу. Мне чешешь, нравится. Да? Сзади не... Бока его чеши. Вот, давай, вот здесь чеши. Не, лицо не надо, вот здесь. Можно вот, я, чеши. Полина? Коля, привет. Пускай с Коляном. Ну, угощение жди. О, смотри, у него какая прическа прикольная. Так у него, смотри, мухи. Прям... Вероничка,
пока. Так хочется. Супрости нам надо было нам. Ты просто держись и уже по четвертому. Держись крепко. У тебя вообще здоровяк. Мне надо было немного отдать. Сопротивляйся. Что такая серьезная? Кепку подними маленько выше тебя. Во сколько начали заниматься? А мы не занимаемся, мы просто покататься пришли. И вот она первый раз села и не боится. Ну. Вообще. Держись. Тебе нравятся его косички? Вероника. Давай уже. Да, правильно. Вот так? Да. Все, как раз. Ой. Ты еще по-правильному еще садишься, молодец. Я буду сама или не сама? А я боюсь. Ну ты попробуй, да он сам ходит, и он вообще неуправляемый. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну что, девчули, как вам? Понравилось? Поля. Опухло маленечко, а так ничего вроде, да? А? Понравилось? Ника, а тебе? Да. Ой, что-то так как-то, да. Устали и хотят кушать. Мама, ну а тебе? Мне очень понравилось. Я первый раз сидела на лошади. Здорово, да? Классно.